Псалтырь. Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня, и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь.